Что взяли? Креветки. Сыр. Точеный, как его сказать. Грейви чиз, они говорят. Да. Так, да, Ханьки на ноги ходят там. Значит так, сыр точеный. Чеддар. Они говорят, не чеддар, а чеддар. Моцарелла. Креветки сказала. Сказала. Молоко, яблоки, лук, майонез, крылья, куриные, колбаса. Но это вот я. Он такое не берет, я такое беру. Так, колбаса, это магазин Aldi. Немецкая же, да? По-немецкой этой самой. Вроде как немножко похоже на русский. Опять зовет. Что ты хочешь? Значит, продолжаем. Продолжаем. Сыр. Вот этот похож из Aldi. Всем советую, кто в Америке живет. Очень похож на наши плавленные сырки, которые были в Советском Союзе. Назывались «Дружба» или как там они назывались. А потом они стали уменьшаться в размере. Значит, сейчас как спичечный коробок этот плавленый сырок. Этикетка та же, уменьшили все компьютером, знаете, уменьшили. И вкус совсем не того плавленного сырка, который был в Советском Союзе. А эти сырки, только и сырки были в магазине, а во многих регионах колбасы не было, знаете, да? Или ее выбрасывали, как вот тогда иностранцы говорили, что и нас ее выбрасывают. То есть, так, написано шведский, да, свис. Но он похож на плавленый сырок, я вам точно говорю. Магазин Aldi, вот эти вот, ну, полосочки каждая, то есть квадратики каждая заклеенная, да? Понимаешь? Слайсы чиз они называют. Они его к бюргеру употребляют. Но я когда попробовала, думаю, боже мой, ну прямо копия. Ну близко прямо к плавленому сырку. У кого ностальгия по Советскому Союзу, вам сюда. Так, это сок. Саман, рыба. Это красная. Зажарим. Так, вот этот еще сыр, еще советую. Значит, вот это манчего. Так. А вот этот манчего тоже всем советую из Aldi, значит, D.O.P. вот так вот с точками написано, чиз. Классный, он вообще очень вкусный, ничего, вкусный. Вот этот из твердых сыров стоит, он, конечно, так, это $6 кусочек, но по Америке это недорого. Вот, очень хороший, редко бывают, кстати, люди. Он такой небольшой, вот, то есть иногда такие треугольники, они режут больше, да, а этот, вот заметьте, что небольшой, черная упаковка, манчего. Так. Что еще мы купили? Вот это с Honey Don't Buy. No. Tomatoes. We have. Put back. Я говорю, у нас есть. Он опять положил. Honey, maybe, listen. Maybe it's not like this. Этот черный перец. Wait. Так. Лимоны в пакете. Яйца. Сок апельсиновый. Яблоки. Сказала. Это его томаты порезанные. Помидоры мелко порезанные. Не знаю, зачем он их купил, у нас они есть. Лишь бы заставить мои шкафы. Что открываешь, вечно наполненные этими американскими банками. Cherries. You can take. Do you know what else? Concentrated milk. Listen, I like еще cherry for drink, if they have something, like in jar they have. Ну, cherry, okay. And this my milk, it's sweet, right? Yes. Yes, good. Это молоко, которое сгущенное, сладкое. Так, все. Ну, значит, а мы не нашли this jelly, right? О, желе. Это эти дрожжи, active dry. Yeast. Y-E-A-S-T. Yeast. Can you say word yeast? Make me much fatter. No. Say this word. Yeast? Yeah, ну correct, yeah. Я также произнесла. Иногда произнесу, потом он произносит так красиво. Да я вообще yeast. Лучше... Yeast. Увеличивание, ну значит этот... увеличивание в объеме показал. Дрожжи. Honey.
Так, значит, что еще у нас? А, не, но, 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 но кейкс, но кейкс. I cook cakes. Ладно, я приготовила кейк этот, торт, ну, такой, как кекс. Пусть жжет. Ну, его. У меня остатки такие, надо заморозить кусочек иногда. Даже замороженным я его. Do we need this cheese parmesan like this one? No, no. I don't need. Я даже иногда размораживаю, и он ест, потому что он страшно любит конфеты, тортики. Ну что, black pepper. Ну. Так, не закончила я нашу корзину. Так, лук зеленый, грибы и мандарины. Грибы, мандарины, лук зеленый. Это сыр. Сыра до хрена. И это, вот этот сыр он жрет. Господи, я его ненавижу. Вот этот желтый, не знаю, слайсами. Это. Ну, не едят. Так, вот эти он эти хот-доки будет делать. Они, кстати, невкусные американские, эти сосиски. Ну, смотря какие. Вот этот выглядит ничего. Это баны для этого, для бюргера. И они же именно для гамбургера. Я говорю, ой, вот эти булки хорошо смотрятся, давай. Он говорит, так бюргер будем делать, да? Я говорю, да, да. Сама думаю, какие там тебе бюргеры, я их так съем. Блубери, эти ягоды. Не папайя, как она, господи, не папайя, авокадо. Авокадо 3 штучки. Вот. Папайю хотели купить, она зеленая. Ну, так, значит, и мандарины сказала, грибы. Порезаны уже сказала, все сказала, все сказала, все, пошли. Дальше фасоль черная, видите, они фасоль едят. Вот этот, нет, смотрим этот самый. Смотрим все, черный перец. Всегда бесит то, что нельзя найти, ну, оригинали называется в Америке, ну, то есть натуральное, то, что, ну, например, черный перец ищем, обязательно смешанный с чем-то, спайси такие, это такие, ну, а именно черный перец, mashed potato, пюре картошка, ну, у вас, значит, ну, Aldi везде, honey, it's for me, okay, this mine, хотела сказать, убери банки, я уже от банок, меня аж этот, молоко сгущенное. Похоже на наше, ничего. И варить можно, девочки, ничего. Вот, это не вражеский вкус, нет. Кто-то написал мне, говорит. Кто-то мне написал, а почему вкус-то вражеский? Это кто-то из новеньких только интересует, что расскажите, почему вкус вражеский так интересен. Девочки, я очень давно называю это, я уже не знаю, сколько у меня там канал этот болтовня существует, лет 5 уже, наверное, вот лет 5 я вражеским называю, не потому, что времена пришли такие, да, события у нас, я это называю еще и раньше, потому что вражеский, именно вражеский, потому что не наш, потому что этим, как там это, папа Юга говорил, человеческим духом запахло, ну, чистое, I have mashed potato. I have. Этот сам. Вот эти у них, эти, которые быстрого приготовления лапша. Вот. Так. Что-то я сказала. А, вот эти пакеты, я хотела сказать, что быстрого приготовления лапша. Вот это она все стоит. Опять кричит. Ну, не даст. Ханя. Вот. Breadcrumbs. I have breadcrumbs plain. No, I have next time. Эти breadcrumbs, crumbs крошки, bread это хлеб, а, сухари панировочные. Да, так эти самые, вот этот, вот эти вот пакеты я пробовала несколько раз, ничего, но это быстрое приготовление, вот эта лапша, которая, забыла, как она у нас в России называлась. Ну, бренд там, все это говорят, не лапша, а говорят именно этот бренд, забыла. Но ничего, ничего, вкусная, то есть здесь в любом магазине она есть. И именно вот такие вот гаранжевые пачки. И она дешевая, и мы когда-то вот куда-то, я не помню, или на работу, или не было времени, или как-то мы вот это скупились, и ее носили, заваривали кипятком, помню, в офисе, ну, в общем. Ну, в общем, когда ты занят, и у тебя нет времени, так и ничего. Съесть бы, хотя сейчас напишут вредное, перевредное, ну что делать. А на вокзале пирожки не вредные были в Советском Союзе, а вкусные какие были. А и сейчас же у вас полно там пирожков. Боже мой, сколько у вас, наверное, там пирожков на углах продается всякого разного, да? И пончики, и все, да? Я представляю, сколько у вас там всего.
вредного и вкусненького. Господи, когда вот мы поедем, вот это еще неизвестно, попробовать вашего вкусненького. Но сырки плавленые вы испоганили капитально, я вам точно говорю. Люди, я здесь в русских магазинах брала и в России. Я помню размер, я увидела витрина, знаете, стеклом же накрыто, не видно. Ой, дружба сырок, лето сырок. Биф. Они салса вихав, беба, вихавен рефрижерейтер, ну, вихавен рефрижерейтер, ну. Этот биф. Господи, где у меня кульки были? Холодно, замерзли. Зачем он фарш? Бюргеры ж делать. Бюргеры делать будет. Ребенок. Вот он, кулек. Чтоб... А, замерзшие. Бюргеры будет делать мальчик. Он же, они же без бюргера не могут. Нигде еще снял. А, ну. Ну, посмотрите. Какие-то хрумтики-то. Что я говорила? А, ну да, значит, витрина накрыта, ну, то есть, ну, под стеклом, да, лежат, оно там размер не видно. Чоколад, но. Ну, хани, а ну, let me see. До чего я идти? Ну, возьми, take. This waffles, right? Ханька. Is this waffles? У них вафли, это совсем другое название. Я про... No, waffles, like waffles with chocolate. Waffles. Окей. Финиш, поехали, Ханька. Макароны нам не надо. They don't look very good, do they? Deutsche, немецкие. Кюхе, кухня. Господи, какой хороший язык немецкий. Ёханый бабай. Если у меня в моей жизни кто-то спрашивал, говорит, если куда-то денется хазбан, куда он денется, девочки? Не убью, не добьёшь. Это сам... Вы, говорит, как там это? Немецкий муж будет, потому что я учила немецкий язык в школе. Девочки, куда там уже в нашем возрасте менять шило англоязычное на шило немецкое? Ну, я когда вижу эти буквы, я аж балдею. Кто-то говорит... Oh, this is very spicy, Бебка. And let me see. Spicy? With chili. Oh, very spicy, Беба. No. Дудат из самообслуживания касса. Put cold to cold. Сколько застоило? $104 все. И в этом магазине нет кульков. Надо за кульки платить. Вот да, Ханька. Угу. Так.